Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Гаврил Харлампьев. Гаврил Игоревич, я вас приветствую. И в первую очередь о главном. Расскажите, как же ситуация у нас обстоит на рынке труда в республике? По данным республиканского статслужбы, у нас на сегодня насчитывается порядка 34 безработных граждан, которые ищут работу. В принципе, этот показатель у нас 34 тысячи. В принципе, этот показатель, по сравнению с прошлыми годами, немного снижается. Если у нас в прошлом году был показатель порядка 7%, то на сегодня это 6,8% уровень общей безработицы. Также, соответственно, у нас идет снижение и регистрируемой безработицы. Это те граждане, которые обратились в поисках работы в нашу службу занятости. На сегодня их насчитывается 8985 человек. В прошлые годы, например, они достигали порядка 10 тысяч. В начале года у нас был максимальный наплыв граждан. Это было порядка 12 тысяч. На сегодня немного убавилось. И еще есть у нас положительная тенденция. Это вот за последние 3 года у нас стабилизировалось количество вакансий. На сегодня он порядка 9400 вакансий. В прошлом году показатель был порядка 8000. Идет небольшой рост вакансий. Мы считаем, что какие-то стабилизационные мероприятия на предприятиях произошли, и уже, скажем так, оптимизация, сокращение вакансий сократилось. Хотя на сегодня у нас порядка 400 предприятий заявили о предстоящих сокращениях и увольнениях. Они нам заявили на порядка более 6 тысяч рабочих мест под сокращение в этом году. Но темпы у них, скажем, пока, скажем, медленные. Надеемся, что до конца года эти темпы сохранятся. Фактически у нас под сокращение попало 2200 человек. В прошлом году этот показатель за этот период был порядка 4 тысяч. Надеемся, что темпы сократятся и таких резких сокращений до конца года не будет. Скажите, а по возрастным, категориям как разделяются граждане безработные? Да, вот мы по республике проводили такой анализ. Портрет, скажем так, среднестатистического безработного гражданина у нас показал такой, что это мужчина в возрасте в среднем от 30 до 35 лет, не имеющий специального образования. Это значит, у него школьное образование в целом, и это в сельской местности, житель сельской местности. А по возрастным категориям? По возрастным категориям, я сказал, где-то порядка 30%. Но все равно есть достаточно большой процент, это порядка 30%. У нас это молодежь до 35 лет. То есть это основной показатель, это отсутствие квалификации, да? Да. В основном? В основном у нас, конечно же, на учете стоят те граждане, у которых отсутствуют те или иные квалификации. Это либо среднеспециальные, либо высшее образование. И тут сразу вытекает вопрос об подготовке кадров, обучении безработных граждан по каким-то профессиям востребованным. Как в этом обстоят дела? Да, ну тут вообще надо сказать, что есть все равно сохраняется такой, скажем, большой дисбаланс рынка труда на сегодня, несмотря на то, что у нас более 9 тысяч вакансий, и у нас все равно на учете стоят порядка тоже 8900 безработных граждан. У нас процент трудоустройства составляет примерно 50%, но из-за того, что под требования работодателя у нас не подпадают наши граждане, то тут, конечно, сложности с их трудоустройством. Поэтому ежегодно мы порядка более 1000 человек переобучаем по тем специальностям, которые у нас востребованы именно у работодателей. И после нашего переобучения у нас процент трудоустройства именно переобученных 80%. Практически всех мы трудоустраиваем после переобучения. В основном это, конечно же, у нас рабочие специальности. А насколько жесткие требования у работодателей? То есть нет там предвзятости какой-то или как, на ваш взгляд? Такой предвзятости нет. Все работают в рамках Трудового кодекса. Единственное, они нам показывают потребности текущие. Да? Поэтому подготовить за короткое время специалиста под их требования, это, конечно, сложно. И в первую очередь, конечно же, они стараются брать граждан с опытом работы. Здесь есть, конечно, у нас сложность. Когда мы пытаемся трудоустроить молодых специалистов после обучения или еще что-то, конечно же, отсутствие опыта работы это осложняет. И поэтому применяем меры стажировки, внедряем меры стажировки, когда мы работодателям со своей стороны из республиканского бюджета финансируем расходы по заработной плате молодого специалиста, и также еще и расходы берем на наставничество, потому что основные требования работодателя, что они вынуждены отвлекать
своего основного работника, чтобы обучить каким-то практическим навыкам этого молодого специалиста. Вот эти меры, как бы мы стараемся, чтобы работодателя привлечь, соответственно, у него была бы заинтересованность брать на работу хотя бы временно, чтобы он показал себя молодого специалиста. А насколько активная заинтересованность со стороны как раз вот этих молодых специалистов, неопытных, к таким мерам? То есть они охотно идут? Вообще эта мера очень достаточно такая действенная, на мой взгляд. Да? То есть действительно мы часто, не имея опыта, никому не нужны молодежи. Да? Как молодежь реагирует на эти меры? Конечно, они положительно говорят, потому что это основная проблема для них. Нет перебора такого? Не перебирают ли? Нет, единственный вопрос, есть проблема в том, что они мало обращаются в нашу службу занятости. Стараются сами самостоятельно искать работы. Но на сегодня, когда рынок труда очень, скажем, тяжело формируется, то, конечно, самостоятельно найти работу сложнее. Поэтому у себя в прошлом году создали молодежную биржу труда, которая непосредственно работает именно с молодыми ребятами. Какие-то новые, другие методы применять, чтобы было интересно и для молодых ребят, которые ищут работу, ну и искать те вакансии и рабочие места, которые как раз под молодых специалистов подпадают, где нет требований по стажу работы, или же где можно стажировочные площадки организовать на предприятиях. Вот такие механизмы новые, чтобы именно молодежь привлечь и их обеспечить работой. А есть ли какие-то яркие примеры того, что, ну, допустим, молодой человек устроился и был счастлив от того, что он работает именно в этой сфере, именно на этой должности? Ну, у нас есть механизм вот именно стажировки в промышленных предприятиях. Мы порядка 20 ребят отправили в промышленные предприятия. В основном это у нас Южная Якутия, угледобывающие и золотодобывающие компании. Ребята на сегодня работают. В принципе, они имеют возможность как бы поехать, поработать в течение месяца, показать себя перед работодателем, и там уже, соответственно, самим, во-первых, узнать, что такое это предприятие, удобно ли им там, комфортно ли работать, соответственно, и работодатель смотрит на нее, с ним дальше работать или нет, и, соответственно, остается, закрепляется. А какие еще меры поддержки населения в этом плане вы еще оказываете? Вот, например, ну, с молодежью все понятно, очень интересно и достойно. Отдельная категория граждан, инвалиды, лица, отбывшие уголовное наказание, пенсионеры и так далее. Как здесь обстоят дела? Ну, в апреле месяце вышел указ главы о поддержке отдельных категорий населения. В том числе есть наши мероприятия по обеспечению занятости отдельных категорий населения. Это как раз вы говорите, вот те граждане, которые испытывают трудности в поиске работы, да, вот и многодетные, и родители, воспитывающие детей инвалидов, в том числе, конечно, сами инвалиды. В этом направлении, по трем направлениям из республиканского бюджета мы усилили меры поддержки. В первую очередь, это обеспечение общественными работами в сельской местности, потому что у нас основная проблема именно отсутствие самих рабочих мест, вакансий в сельской местности, поэтому мы сюда привлекаем именно механизмы временных работ, когда в сезонные какие-то периоды, когда в сельском хозяйстве необходимо там привлечь дополнительные рабочие силы, то, соответственно, мы подключаем безработных граждан на эти работы. И опять-таки мы со своей стороны берем на себя расходы по заработной плате, также по организации временных работ именно вот по испытывающим трудности поиска работы. Это вот, скажем так, для примера, если вот в отпуска кто-то ходит, в период отпуска можно нанять вот безработного гражданина через службу занятости, и мы тоже часть расходов берем на себя. Ну и одной из таких мер является, конечно, и самозанятость. В первую очередь, это вот создание индивидуальных предпринимателей. Когда вот нету таких предприятий, куда можно по найму работать, то, в принципе, если рынок позволяет, что там можно создать какое-то предприятие, индивидуальное предприниматель, то мы тоже поддерживаем, выдаем субсидии первоначальные для так называемых стартапов. 150 тысяч выдаем, и дальше уже этот гражданин уже сам уже свой бизнес дальше развивает. Особое внимание требуют пенсионеры. Люди, которые, допустим, попали под сокращение, при этом они являются пенсионерами. Вот как долго они могут рассчитывать на поддержку центра занятости, то есть на какие-то выплаты, на подбор рабочего места для таких граждан? Ведь, как говорится, пожилых людей никто не хочет брать, считая, что они, может быть, уже менее эффективно работают, но есть же такие, которые стремятся работать, хотят быть полезными. Вот как быть им?
Ну, во-первых, давайте объясню, когда вот подпадают под сокращение, да, даже если это и не пенсионер, все равно в течение месяца он должен подойти в нашу службу занятости, ставить на учет, чтобы в последующем, если в течение 3 месяцев он не будет трудоустроен, чтобы мог иметь право получить возмещение на 4, 5, 6 месяц. Это тоже касается и пенсионеров, если они, например, иногда бывает позиция работодателя, что он пенсионер, и все, ему выплаты не полагаются, то это не так, он обязан, имеет право, точнее, ставить у нас на отчет и претендовать на возмещение вот этих месяцев. Конечно же, гражданам пенсионного возраста сложнее трудоустроиться, когда как у нас очень большой рынок молодых безработных граждан. Да? Вот тут как раз и появляется опытный специалист. Согласен, да. Но опять-таки мы со своей стороны тоже механизмы ведем, и опять-таки зачастую мы тоже проводим переподготовку вот этих граждан пенсионного возраста каким-то новым навыкам, потому что в основном работодатель начинает, когда требовать какие-то перед пенсионером, ну, при трудоустройстве, то какие-то новые навыки просят. Ну, соответственно, мы эти тоже обучения проводим. И в течение года у нас порядка 50 таких граждан у нас прошли переобучение. А вот такие вопросы возникают. Допустим, человек, его сократили, а в течение месяца он должен был подать документы в центр занятости, но он заболел и находился на больничном. Это уважительная причина пропуска? Вот если пропустил тот день, когда ему необходимо было подойти в центр занятости? Да, конечно, если у него больничный был оформлен соответствующим образом, то это, конечно, уважительная причина. Он с больничным листом должен подойти в нашу службу занятости, объяснить, что вот с такого-то периода, по такой-то период он был, болел, не смог подойти сам лично в службу занятости, соответственно, его поставят на учет. У нас вообще у нас по административному регламенту требуется, что гражданин обязан сам лично подойти и перерегистрироваться. У нас 2 раза в месяц еще происходит. 2 раза в месяц обязан безработный гражданин подходить, отмечаться, и ему обязательно должны... Два раза в месяц. Да, ему обязательно наши инспектора должны какие-то тоже вакансии какие-то предоставить, или же какие-то новые механизмы, либо переобучить, либо какую-то социальную адаптацию пройти человеку, чтобы он мог дальше заниматься поиском работы. Спасибо большое. Будем надеяться, что все меньше граждан будут у нас оставаться безработными благодаря помощи комитета. Я благодарю вас за беседу. И напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был заместитель председателя Государственного комитета Республики по занятости населения Гаврил Харлампьев. Оставайтесь.